Поехали. Намерений. Готово. Поехали. Hola, ¿qué tal? ¿Слышал что-нибудь о картеле или о... бандитах? Gracias. Удачи. Мат на линии по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Hola, компадре. У меня проблема в Итакуа. А Боуман говорит, что вы можете помочь. Погоди. Тут медаль картеля. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Пак, ты на связи? Да, я здесь. На чем мы остановились? Hola, компадре. У меня проблема в Итакуа. А Боуман говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. При таком-то бабле картель мог бы делать медали покрасивей. Теперь мы Баку Катари подчиняемся. Катари... Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Ты нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить. Взамен. Смотри по сторонам. Здесь рядом гражданские. Смотри, куда стреляют. Аккуратнее, не попади по гражданским. Ясно. Выдвигаюсь. Вижу вторую цель. Боевая готовность. Открываю огонь. Грузовик уезжает. Огонь по цели. Все готово, что указали. Все готовы. Огонь. Точно.
В местностях есть враги. Осколочная, получай. Штатский убит. Ты о чем вообще думаешь, тупица? Смотри, куда стреляешь. Здесь повсюду гражданские. Вижу цель с пистолетом. Нужна позиция получше. Цель отмечена. Отойди, пока не заметили. Все готово. Открывай огонь по этим гадам. Уберите пушки. Все живы? Пугайте. Черт, обожаю эту работу.
готовы? Открыть огонь. Атакую. Мы их раздразнили. Огонь. Они знают, что мы здесь. Осторожно. Враги прибывают. Готовы. Огонь, огонь, огонь. Есть. Открываю цель у снайпера. Все чисто. Посмотрим, что там в грузовике. Я поведу. Открыть огонь. Принято. Санта-Бланки только черной униформы. Приготовиться. Огонь. Огонь! Вас понял. Черт, у коктейля подкрепление. Thank you.
Проклятый картель сеет страдания повсюду. Мы здесь не начинается, нас заметили. Их лейтенант убегает. Вижу бандитов картеля. Единственный картель сцепились. Открыть огонь! Вас понял. Граната! Ходу, ходу! Черт, их поддерживает единство. Здесь упомянут капитан Единства, который отправляет Юрия и Полита пленников для допроса. Он должен знать, где наши голубки. Но сейчас он на артбазе Единства. Эй, Юрий, сколько этот уже тут болтается? Не знаю, любимый. Часов 12. Живой еще? Посмотри, дышит? А, смотри-ка. Уже умер. Похоже, насмерть задохнулся. Гляди, какой стоит. Единственное, вот, такой поставил, что предприятие тугая. Вот это эрекция. Сниму-ка я ему штаны. Готовы. Огонь, огонь, огонь! Одним врагом меньше. Ты к мертвецу? Да что за дела, Юрий? Ого! Хер этого покойника адски воняет! Чёрт, атакую! Из-за гигиены он явно не следил. Вроде пошлось. Похоже, не по себе. Как сартелька, замотанная в собачью волосню. Да помоги ты мне его срезать!
Открываю огонь. Или как если кто очистил банан, покрыл его карамелью. Все в норме. А ты так? Уронил на пол в парикмахерской. Огонь. Юрий, завязывай. Все сюда, народ. Господи. О, уже опадает. Теперь похож на тукана, который не брился целый месяц. Давай туда. Любимая, прошу, убери лицо оттуда. Мы их спугнули. Все нормально. Давай. Ясно. Аккуратнее, в квадрате гражданские. Похоже, все в норме. Все ко мне. Ясно. Выдвигаюсь. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. ¿Qué hacen, gringo? ¿Qué pasa? ¡Paren esto ya! Единство прислало приготовиться. Подмогу, мать. Огонь! Ясно. Атакую врага. Acabamos de enviar tropas adicionales. Ninguna novedad hasta ahora. Mantenga la búsqueda. Сюда, народ. Выдвигаюсь. Смотрите, оружейный ящик. Тебе туда. Вас понял. Давай. Как раз то, что нужно. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Все ко мне. Ясно. Выдвигаюсь. Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Ясно. Я полечу. Дали бы мне порулить. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Так, он готов. Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Огонь! Это мой шанс. Атакуй. Ясно.
Тихо, пошли. Здесь все чисто. Я уйду отсюда, либо с ответами, либо с твоими ушами. Выбирай. Я все скажу, только успокойся. Есть данные по их сетевой станции. Все готово к отключению. Лейтенант пытается бежать. Эскорты. Берем ее. Я вызову повстанцев, чтобы все это забрали. Взял вас на мушку. Открыть огонь. Ясно. Боуман, здесь Номад. Мы в Акора. Какая задача? Акора – главный центр производства кокаина в Боливии. Эту сеть создал дед, и она старше Санта-Бланки лет на 10. Когда дед присоединился к картелю и стал главным по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку, эмиссару. Эмиссару? Большую часть времени он проводит не здесь. Трется с политиками в Сукре, смазывая колесики коррупционного механизма. Стоп. Принято. Начинается, нас заметили. Нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль «Болида».
Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет нам, где Полита с подружкой. Это что, награда? Больше похоже на игрушку из коробки сухих завтраков. Эти козлы идут сюда. Какой у нас план? Все готовы? Огонь! Ясно. Эй, все сюда. Ясно. По нашим данным, с Юрием Полито связан капитан единства Фуэнтес. Допросите его и узнайте, что полезного он может сообщить. Чисто. Слушай, давай мы будем ехать ровно. Погоди. Граната! Это артбаза единства. Мы ищем лейтенанта, связного Юрия Ипполита. Цель нужна нам живой. Вас понял. Готов. Все сюда, народ. Ясно. Есть. Открыть огонь. Принято. Прямо в цель. Ну, вперед. Ясно.
Не спать. Давайте за дело. Ясно. Ищем капитана Единства. Acabar con esos cerdos. На землю вертолет. Здесь больше врагов нет. Все ко мне. Точно. Вижу оружейный ящик. О, хорошая вещь. Тебе туда. Вас понял. Плохие парни на мушке, по первому слову. Подгадим картелю. Угоним их вертолет и передадим повстанцам. Одним выстрелом двух зайцев. Можете убить меня, я ничего не скажу. Ну, как хочешь. Но в один прекрасный день эта садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их из твоей жизни. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи им, что посылка готова. Граната, берегись! Так, это артбаза Единства. Мы ищем лейтенанта, связного Юрия Ипполита. Цель нужна нам живой. Вас понял. А то. Lado esos charros van a tragar lomo. Pensé que moría en esa mierda de lugar. Opa, gracias por darme todo. Doctora, lo que estaba buscando. Ahora sí, a darles. Es justito lo que quería. Comidita para las armas. Снайпер на вышке. Порядок. Все хорошо. Снайпер на вышке.
Снайпер на вышке. Единство атакует повстанцев. Они на чеку. Давай туда. Ясно. Давай. Цели на мушке. Что теперь? Огонь. Вступаю в бой. Этот готов. Enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. Все сюда, народ. Ясно. Китаты кето. Это что? Насрать! Можете убить меня, я ничего не скажу. Ну, как хочешь. Но в один прекрасный день эта садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их из твоей жизни. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что... их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи им, что посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Готовы. Огонь, огонь, огонь! Принято. С этим мы разобрались. Acabamos de tener tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Все ко мне. Принято. Наша парочка возвращается в Итакуа, и нам осталось только выяснить, где их можно застукать. Единство уходит. Можно действовать. Готово. Картеля. У взлетной полосы. Посмотри. Дрон в воздухе. Вижу врага. Я иду на позицию. Сейчас займу позицию. Есть третья цель. Цель выбрана. Жду указаний. Жду сигнала. Этот убит. Появился один с пистолетными пулеметами. Все сюда, народ. Выдвигаюсь. Thank you.
Занимаю позицию. Цель отмечена. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Лист Коки. Симпатично. Поехали.
насколько жестоко пытают Юрий и Полита. Лучше бы тебе не знать, поверь мне. Ну, понятно, что пытка утоплением детские шалости, так? Но речь-то идет об увечьях и смерти. Они прошли медподготовку, и у них наверняка есть какие-то средства, чтобы не дать жертве потерять сознание. Но раньше, когда пытали, жертвы оставались в сознании без всяких средств. Они не профи. Это видно из того, что мало кто выживает после их допросов. Настоящий профессионал всегда сдерживается, знает, что ему нужно. А Юрия и Полита пытают на авось, их заносит. Они делают это не по необходимости и не из любви к искусству. Они тащатся. Сообщим повстанцам, куда прийти за грузом. Интересно, картель много таких раздает? Народ, пристегнись. А меня вы никогда за руль не пускаете после того случая. Еще одна. Я иду на позицию. Иду на место получше. Все готово. Жду указаний. Давай!
Есть. Хорошо. Никто не обосрался? Цели на мушке. Жду команды. Вертолеты. Ага. Здесь оружейный ящик. Убегает. Дерьмо. Приготовиться. Огонь. Ясно. Черт, снайпер! ¡Municiones! ¡Mierda! ¡Qué suerte! Quédense donde están.
Как она в целом? Оценил твою инфу по конкурирующему. Не подходит подкрепление. Здорово мне пригодилось на медне при допросе одного тут киллера по поручению шефа. Черт, атакую! Осколочная. Я бы и рад был сказать, что я впервые получил удовольствие, пытая бледного... Противник идет не в ту сторону. Готов. Все чисто, никто не ранен. Здесь может быть информация. Погнали. Тебе туда. Ясно. На позиции. Цели на мушке. Жду команды. Это мой шанс. Атакую. Подойдет к моим ботинкам. Все сюда, народ. Иду. Все живы? Черт, обожаю эту работу.